Всем привет! Это свежая подборка с товарами для отдыха на природе, как активного, так и спокойного кемпинга с семьей. В конце, как всегда, будет конкурс с денежным призом. Приятного просмотра! Мини-фонарик с супер ярким светодиодом G3 и зарядкой по USB подойдет как для повседневного использования или активного отдыха. Его длина составляет всего лишь 9 см. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, влагозащита IPX4, световой поток 300 люмен, оснащен перезаряжаемым литиевым аккумулятором на 600 мАч. В максимальном режиме на одной зарядке фонарь проработает около 2 часов, в остальных около 5. Отличный фонарик за свои деньги. Карманная алмазная точилка, по форме напоминающая авторучку, предназначена для заточки серейтеров и не только. Точилка является надфилем с алмазным покрытием и похожа на маленький мусат. Она может вставляться в рукоятку двумя концами, при этом две половинки могут использоваться для разных фрагментов лезвия. Алмазный материал нелегко сломать, он надежный и прочный. Подходит для наружных складных ножей, домашних ножниц, зубчатых ножей, вогнутой насечки для различных рыболовных крючков и так далее. Хорошая качественная палатка Вигвам с тентом для комфортного активного отдыха вмещает в себя до 8 человек. Легко складывается и раскладывается, сделана из прочного водостойкого материала. Есть чехол для переноски. Это идеальный вариант для отдыха на природе в сухую погоду большой компанией. Просторная и хорошо проветривается. В комплектации внутренняя и внешняя части, коврик для пола и веревки. Для усиления ветровой устойчивости палатки можно воспользоваться дополнительными ветровыми растяжками. Весит она немало, почти 24 килограмма, и от сильного дождя вас она не защитит, только от мелкого, так что имейте в виду. Переходник для заправки газовых баллонов – очень полезная вещь, если вы часто пользуетесь газовыми горелками. Постоянно покупать кемпинговые газовые баллоны невыгодно, потому как они стоят дорого, а в газа в них маловато. Выгоднее приобрести такой переходник и заправлять баллончики от обычного газового баллона, в котором газа хватит для заправки множество раз. Экономия средств налицо. Сумка для живца выполнена из усиленного материала EVA, обладает повышенной жесткостью и армированным дном. На внешней стороне расположены два кармана держателя удилищ, что позволяет размещать ваши удилища без риска их повредить, например, при ловле с пирса, дамбы, помоста или же в лодке. Крышка сумки оснащена надежной змейкой, обладает достаточной жесткостью, может послужить монтажным столиком. Сумку можно использовать как для хранения и транспортировки снастей и аксессуаров, также и для рыбы. Оснащена сумка ручками и плечевым ремнем, обеспечит удобство при транспортировке. Еще отмечу практичность самого материала, который достаточно легко моется от грязи. Это у нас водонепроницаемый и противоударный пауэрбанк. Больше, чем просто портативная зарядка для телефонов и планшетов. Ударопрочный внешний аккумулятор позволяет в любой момент без доступа к розетке зарядить ваш планшет, телефон, MP3-плеер, навигатор и другие гаджеты, заряжаемые от USB-порта с двумя выходами силой тока 1 А и 2,1 А. Его хватит, чтобы зарядить любой энергоемкий смарт-девайс со входом 5 вольт на максимальной скорости. Наслаждайтесь большой емкостью в 20 000 мАч, достаточной для зарядки большинства телефонов несколько раз. Powerbank создан обеспечивать экстремальную мощность экстремальному пользователю, чувствуя себя комфортно в суровых условиях от больших высот до морских глубин. Портативная газовая горелка с пьезоподжигом, вмонтированным в курок горелки. Предназначена для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Питается горелка от одноразового газового баллона массой 220 грамм с газовой смесью бутан, изобутан, пропан. Газовая горелка имеет легкий вес, так как произведена из твердых сплавов. Специальная уплотнительная резинка предотвращает утечку газа зимой и летом. Газовая горелка оснащена регулировкой газовой струи и насаживается сверху на баллончик. Перед началом работы с газовой горелкой необходимо ознакомиться с мерами предосторожности и инструкции по эксплуатации на упаковке горелки. Флешка в виде силиконового браслета не только максимально функциональна, но и прекрасно смотрится на руке, сохранит нужную информацию где бы вы ни были и в любую погоду. Надежный замок не позволит флешке браслету упасть с руки, а данные на накопителе всегда будут доступны владельцу. Практичные и долговечные флешки-браслеты полностью отвечают требованиям самых взыскательных пользователей по своему прямому назначению. Бывают ситуации, что по ходу вам нужно иметь надежный хранитель с данными, и именно такая флешка выручит вас в подобных ситуациях. Носки из материала Cool Max.
Волокна CoolMax в сечении имеют необычную круглую форму и состоят из 4 каналов. Благодаря материалу быстро отводят влагу от ноги, что повышает уровень комфорта. Также различные зоны плетения позволяют носку плотно садиться на ноге, не сползать и не перекручиваться, и создает некий микромассаж, улучшающий кровообращение, благодаря чему ноги меньше устают. Сохнут быстрее своих хлопковых аналогов, поэтому подходят для туризма и занятий спортом. Ледоходы для обуви – это специальные насадки на обувь из морозоустойчивой резины, которые предотвращают скольжение на льду. Как известно, падение зимой в гололед может привести к множеству серьезных последствий, начиная от вывихов и переломов и заканчивая травмами позвоночника. Антискользящие накладки эффективно предотвращают падение на гололед и берегут ваше здоровье. Внешне антигололедные накладки представляют собой эластичную подошву, оснащенную шипами. Резина не теряет своих свойств даже при очень сильном морозе, а из носостойкие шипы прослужат вам не одну зиму. Ланчбокс с функцией подогрева. С такой штукой можно выехать на природу или совершить небольшую поездку. Контейнер легко моется, так что вы можете приготовить его к дальнейшему использованию в любой момент, если найдете простой кран с водой. Основная емкость контейнера разделена на две части, чтобы можно было использовать его для двух разных блюд. В меньшую по размеру часть можно поместить в специальный прозрачный контейнер с крышкой. Нижняя часть контейнера – нагревающая платформа. Сбоку расположено гнездо для шнура питания, которое закрыто удобной силиконовой заглушкой. Внутренняя часть ланчбокса, выполненная из медицинской стали, работает от обычной розетки, быстро подогревает содержимое. Функциональный и надежный карманный ножик Multitool. Незаменимый помощник как на рыбалке, в походе, так и по хозяйству. Выполнен из нержавеющей стали. Выглядит красиво, включает в себя 13 различных элементов. Это и стандартные лезвия, и небольшие ножницы, и различные пилки, и многое другое. При этом длина ножа в сложенном состоянии всего лишь 9,5 см. За счет удобного карабина легко может быть подвешен на ремень, рюкзак, карман, либо на любое D-образное кольцо. Необходимая вещь для любителей туризма. Тактический томагавк представляет из себя среднеразмерный топор со слегка изогнутым лезвием в сочетании с заостренным наконечником с противоположной стороны. Прекрасно подходит для вырубки зарослей кустарников, рубки дров, пробивания отверстий и выполнения других работ по обустройству лагеря. Лезвие с антикоррозийным, антибликовым покрытием надежно крепится к рукоятке при помощи болтов. Нейлоновый защитный чехол с креплением на пояс обеспечивает удобное ношение томагавка. Походная посуда. Портативный набор туристической посуды на две персоны пригодится на любом отдыхе на природе, рыбалке или в походе. В набор входит кастрюля, сковорода, панкрышка, чашка, ложка, поварешка, губка и сетка для транспортировки. Для удобства пользования есть складные ручки на кастрюле и сковороде длиной 10 см. Сделаны кастрюли со сковородой из анодированного алюминия, из-за чего сажа не прилипает и не будет пригорать пища. Вес набора 416 грамм. Защитный экран для походной кухни. Защищает от ветра туристические горелки. Даже небольшой ветер значительно увеличивает время готовки, что вызывает перерасход топлива. При сильном же ветре приготовление пищи может стать вообще невозможным, поскольку в газовой горелке пламя просто погаснет. А при использовании наших дровяных печек такой ветер уводит пламя в сторону от котелка. Применение экрана сэкономит топливо и нервы, а также уменьшает время приготовления пищи. Экран можно установить вокруг горелки и закрепить в землю с помощью двух специальных выдвижных колышков. Газовая горелка – самое удобное, легкое и компактное приспособление для приготовления пищи практически в любых условиях. Не везде можно разводить огонь. Это особенно касается путешествий за границей или пожароопасных районов. А также не всегда можно найти дрова или они могут оказаться мокрыми. А на газовой горелке сварить еду можно прямо сидя в палатке, когда снаружи идет снег или дождь. Горелку удобно использовать и в дневных переходах, когда хочется быстро приготовить чай. Предназначена для использования с баллонами резьбового типа. Горелка с низким центром тяжести достаточно устойчива. В комплекте идет футляр. Стальной нож-гарпун – инновационный нож для выживания с клинком в форме гарпуна. Несмотря на необычную форму, нож может использоваться в качестве копья, стрелы, гарпуна и, естественно, как режущий инструмент. Ручку можно обернуть шнуром для удобства захвата. Полная длина ножа составляет 20 см. Лезвие длиной около 8 см изготовлено из стали марки 1095 со специальным покрытием, придающим дополнительную прочность. Ручку можно обернуть шнуром для удобства захвата. Нож выкован таким образом, чтобы его можно было присоединить к древку, чтобы получилось копье или гарпун.
Кемпинговая светодиодная лампа с солнечной батареей и универсальная USB-зарядка для телефонов. Может заряжаться как от сети 220 вольт, так и от солнечного света. При помощи встроенного USB-порта от фонаря можно зарядить любой телефон, планшет и так далее. Имеет фонарь 8 LED-диодов. Время свечения от одной зарядки более 6 часов. Отличный вариант как на случай временных отключений света, так и на природе. Света хватает для освещения помещения более 20 квадратных метров. При транспортировке складывается. Переносное, складное, солнечное, зарядное устройство. Преобразование солнечной энергии до 21-24%, в отличие от иных устройств, у которых 15% и меньше. Имеется Power 3S технология на два USB-порта, что позволяет подзаряжать одновременно два устройства. Солнечный аккумулятор оснащен автоматическим перезапуском, то есть если не хватает солнечного света, ночь, туман или сумерки, то зарядка прекращается, но при возникновении благоприятных условий автоматически продолжает работу по зарядке. Миниатюрность зарядного девайса дает возможность прикрепить его к рюкзаку, сумке, велосипеду и так далее. Самый маленький в мире тактический нож. Изготовители постарались создать качественный миниатюрный тактический карманный нож, который может выдержать самые жесткие ежедневные задачи, а также достаточно мал и удобен для повседневного ношения. Острый край идеально подходит для тонких, острых, точных срезов, тогда как зубья идеально подходят для жестких материалов, таких как дерево. Длина в раскрытом состоянии 8 см, в закрытом состоянии длина 48 мм. Нож отлично подходит для ношения в кармане или как брелок. А вот и конкурс. Как только наберется 600 лайков на видео, я сразу же разыграю приз в 500 рублей на счет мобильного телефона либо WebMoney. Условия простейшие. Лайк, подписка и комментарий, в какие лагеря вы ездили отдыхать в детстве. Если ездили, конечно. Я, например, ездил в лагерь Дубки, который был в лесу, и речка недалеко. Во, было круто. Также делитесь этим видео в соцсетях, если ролик вам понравился. И всего вам хорошего. Спасибо, что смотрите. Пока-пока.